Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Ее называют королевой эпизода. Хотя, по сути, она просто королева. Королева сцены, королева экрана. Валентина Талызина в гостях у «Золотой рыбки». Здравствуйте. Здравствуйте. Когда в последний раз были в Омске, в родном? Ой, давно. А давно с чем? А давно меня приглашали председателем экзаменационной комиссии. А потом, наконец-то, о Вале Сиаде, есть такой актер, он сейчас живет в Германии, устроил мне творческий вечер в Облдрамтеатре, в котором я мечтала выступить всю свою жизнь. Ну вот и выступили. А? Вот и выступили, говорю. Да, выступила. Ну, был полный зал, билеты раскупали, я была счастлива. Угу. Ну, конечно, тряслась как. А где-нибудь в школе или на доме есть доска мемориальная, что здесь училась великая Талызина? Нет, такого нет. Нету? Нет. Почему так? Ну, это не меня надо спрашивать, это их надо. Ну, любят вас в Омске, как вы сами считаете? Женя, насчет любви я не обижена народной любовью. А в Омске, да. Они меня поздравляли вот с днем рождения, который был в этом году. Два года вы проучились, по-моему, экономистом хотели, да, стать? Я проучилась в сельхозинституте на факультете экономическом. Это пригодилось в жизни, эти знания? Нет. Угу. Я помню, что были интегралы. Это был ужас полный. Угу. А потом... Нет, не пригодилось. Но в драм-кружок вы пошли именно в сразу институте. Сразу и на главную роль. Угу. Что за роль? Ну, Женя, это была... Ну, если она Надя главная. Коврова. Угу. Сразу вот товарищ меня... Когда я ему почитала, он сразу сказал, я даю вам главную роль. Режиссеры обольстили вы, нет? Боже упаси, нет? О чем вы говорите? Угу. Я ему прочла, и все. Угу. Я смотрю, что вы с коллегами ссоритесь. Я когда готовился к беседе с Ольгой Кабо, узнал, что вы с ней конфликтовали в театре. Боже упаси. Нет? Нет. Неправда? Нет, неправда. То есть вообще это выдумки нет, от это начала не до выдумки, конца? Это не выдумки, просто я отказалась играть.